Так, запустил еще раз, ребят. Не знаю, пойдет, не пойдет. Короче говоря, бывает такая тема. Редко форс-мажор фактически, хотя... Я хз там у кого, как у остальных, работало или нету. До сих пор какая-то хрень на сайте происходит. До сих пор. Хотя не, уже обновляется получше вроде как. Вот. Но у Майкер почему-то все идет. Ну я хз. От чего это зависит, вообще даже без понятия. Давайте сетку глянем, пока тут все это происходило. Наверняка продвинулось уже многое вперед. Не знаю, правда, пойдет ли стрим с задержкой. Вот это хороший вопрос. Хэппи с Аверсом бьется здесь. Оппоненты все слабенькие. Кстати, Ревчик на Хэппи попадет. Если пройдет, конечно, до четвертого тура. Вот. Ну тут... Кроме Морроу-то я никого не вижу особо, так что должен пройти. Морроу тоже не дико сильный, вроде как, игрок. Блай с шатдауном играется, типа попытаться к Блаю можно ворваться будет. Так, 2 минуты прошло. Ну неужели поднялся стрим? Чудеса на виражах прямо-таки. Так, попробую запуститься. Вроде идет. Да, идет. Отлично. Ну что, пока только Димагу получилось постримить, будем сейчас пытаться ворваться куда-то еще, пока некуда. Димага выиграл 2-0, ну там такой оппонент, конечно, был не сильный, АПМ много, а толку мало. Пользователь Viking05 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Viking05. Так,
Блин, Хэппи начал играть. Ну ладно, ничего страшного. Ждем продолжения. Сейчас куда-нибудь еще ворвемся, я думаю, мы. Так, у Димаги оппонент есть. Так, Хэппи не успел ворваться. Так, Кас кого-то ожидает. Касу сейчас вормемся. Ну что, ждем касса. Вердос доиграл, вижу. Не знаю, что там. У Хэппи пока там. Ну, Аверс, конечно, хотел посмотреть, но не успел немножечко ворваться. Ничего страшного. Единственная интрига, что наши игроки, не знаю, сколько Аверс сейчас сыграет. Вообще, понятно, там, наверное, изи для Хэппи будет. Так, Кас попросил немножечко времени ему. Я пока сетку проверяю в очередной раз. Что и как, потому что обновления быстро идут достаточно. Давайте посмотрим. Во втором туре Витермал там ринка была и шатдаун. Блай, кстати, хороший оппонент достаточно во втором туре, но пока я никуда не урываюсь. Изи уже в третьем туре, DMC в третьем туре, Соул тут у него такой неплохой польский тиран будет в перспективе. Так, Димага, что с Димага? Димага тоже там второй тур играет. Ну, Димаги, кстати, пока достаточно легкий, достаточно легкая сетка, должен далеко проходить. В общем-то, особо пока тут вариантов нету, как бы смотреть что-то там. Прямо сверхсерьезное, нету таких матчей.
Так, Илюха мне пишет, короче говоря, что за, на стрим зайти можно, нужно разлогиниться, потом идти, отдельно зайти в чат. Тиранвик слился, это печально. Ну, заходите. Да, спасибо, Юра, это ссылка. Так, ребят, помогает перелогиниться, перезайти. Помогает, я не знаю, на бета-профиле, я не знаю, может быть, HTML5 галочку выставляете, вот Зиг скинет. Что начинается игра, Кас, пошли. Надеюсь, все восстановится просто сейчас. Короче, может быть, F5 просто, Ctrl F5 поможет. Всякое возможно. Оп, спасибо, фотка хорошая. Смерть на пороге. Су-34 очень. Спасибо большое, Кузьмин СПБ. Короче, F5, Ctrl F5, галочку в бета-профиле, может быть, я не знаю, перелогиниться по этому... Если у кого-то проблемы, скидывайте там друг другу, пожалуйста, не знаю, Юра или ты кто-нибудь там на бета-профиль, там на еще куда-нибудь там пишите, что помогает вам, потому что, ну, иначе я постоянно буду об этом говорить. Проблема на магистральном провайдере, может быть, не только у меня, у остальных тоже есть, я не знаю. Поэтому как-то так. Перелогиниться действительно попробуйте. Возможно, поможет. Ну что, у Касса... Так, здесь ТВТ. Диорд против Касса, ТЭС. Риперы, Гелионы. Строится Либератор. У Касса факта только строится. Риперок, есть реактор. ЦЦшечка зато есть. Прохладная история это, конечно, что вот так вот все взяло, упало. Вообще не в тему на самом деле. Ну ладно, люди возвращаются, все восстановилось. Самое интересное все впереди, поэтому будем просто смотреть. Надеюсь, что поменьше такой хрени будет. Приходит фиолетовый просто Диорд, разваливается, кассу забревает вообще в хлам.
Короче, КАЗ легко отбился, экономика в плюсе, все в плюсе. На 10 лимита больше, здесь ЦЦшечка только строится. Либератор прилетает, блочит добычу кассу. Здесь на грани просто фола КСМ-очка добывает минералы. Викинг погнал Либератора сейчас, но он не может догнать. А вот если, конечно, так Либератор летать не будет криво, не может в рейндж попасть. Нужно, не знаю, будет ли сейчас КАЗ выход делать. Вижу, танк заказан, вижу викинга все больше и больше. 26-32 по рабам. Обновляйтесь. Танк на марше! Режим готов. Вооружен и опасен. Пристройка завершена. СМ готов. СМ готов. Пристройка завершена. СМ готов. СМ готов. Танк на марше. Ну что, приходит каст, ребята, отписываю всем, у многих проблемы, стрим просто не запускается физически. Приходит каст, разваливает оппонента, вот так, чудом здесь ушел Ревен. 81-64 по лимиту, делается стимпак, делаются новые танки, есть... Чуть каст викингов-то строят столько, медиваков-то хоть пару построил бы. Так, барак пытается минуснуть, барак очень быстро падает, много мариков плюс циклон. Отходит КАЗ, третью ЦСРщику занимает. Ваши войска атакованы. Кому наверх? Продолжается продакшн, здесь викингов у касса много стоит контроля, здесь третья цешка только строится. А, здесь мехтиран, ну, слабенький такой, слабенько отыгрывает. Видно, много молодых игроков, касса уверенно здесь. Ну, вот как и Димага, нужно кассу добить, пойти просто. Так, бараки разнесены у касса прям очень сильно как-то. В этом есть как плюсы, так и минусы. Идет вперед. Сейчас скоро атака будет готова. Там, точнее, армор будет готов, атака уже готова. Здесь 4 медивака хелбат. Если касс без щитов поломится, то это сразу провал будет. Но у касса танков больше, чем у мехтирана. Уж самое интересное. Заходит, дропается мариков. Нужно стимпачить. Мариков стимпачит. Касс идет вперед. Медиваки вообще не дропают ничего сейчас. Это фейл, что не дропается у нас фиолетовый товарищ. Ну, отступил, КАЗ развалил в итоге с мариками-танками. Пробревает и викингов здесь очень неплохо. Нужно зайти дальше, 105 на 80.
СССРчика готова. Так, здесь танк передропнулся. Танк у касса, как обычно, прирос зачем-то весь на мейне остается. Нужно подводить, уже добивать. Контролит тут четырьмя мариками касс. Нужно отступить немножко. Танки забирает, улетает. Мариков оставил. Ну, всех от разного заработает он. Пошел вперед. Третий СС-шка вовсю добывается. Четвертый. Две факты у касса. 2-2 грейды. Как бы уверенно он ведет. Сейчас пойдет добивать. Так, дропается касс, танки Сиж же снял, передроп на мейн, пошел прямо через туретку, касс врывается, на муве дропается, туреточка падает, все медиваки выжили, танки Сиж же, ну, продакшн 5, 127-132, лимит почти одинаковый, что самое интересное. Так, марики вперед, марики танкуют, здесь тоже марики забегают, можно викингов поубивать немножечко. Хеллбаты пришли с медиваками, изи тут развалил, в общем-то, танки кассу у нас тиран. По лимиту-то ровно, блин, вообще, посмотрите как. Что-то касс не может добить нормально. Хотя сейчас 2-2 грейды мариком будет и добьет, я думаю, наверное. Мариков летит еще раз дропаться. Ну, это бесполезный абсолютно дроп в итоге оказывается. Непонятно, что КАС делает, зачем вот эти дропы. Просто нужно что-то делать. Полечу дропнуть, отдам 10 лимита. В итоге так и выходит, в итоге лимиты равные. Блин, это, вот это затягивание намеренное. Зачем затягивать-то, блин? Такими игроками. Врывается касс и чего? Здесь некуда ворваться. Видите, здесь танков сколько. Че тут сейчас еще вперед пойдет на клике, еще и пробреет, глядишь. Дропаются хелбат. Еще два медивака касса дает. Что он делает? Я не понимаю просто, что КАС делает сейчас. ЦЦшки строят и отдаются. Строят ЦЦшки и отдаются. Но можно ведь просто строить ЦЦшки, не отдаваться. Блочит оппонента здесь около рампы спуска. Ну, может быть, получится здесь хоть подраться нормально. Хотя здесь только танков, я сомневаюсь, что КАС получится прям нормально подраться. Танки в Сич выходят фиолетовый. Мобио идет вперед. А что толку, что оно вперед идет? Сейчас колбат еще дропнутся, танки начнут убивать. Танки убить быстро не получается. КАС отбивает свои танки. Марики-то 2-2 грейды. Ой, полез на такое количество. Куда ты, КАС, лезешь? Все отдал к чертям собачьим сейчас. 99-125. Блин, если КАС проиграет, я просто его сейчас угорать буду. Так, танки уходят, подходит отсюда еще био-часть. У касса третья атака делается. ССшка пятая уже добывает, шестая, тут уже мулы полетели, жесть какая. Все это орбиталки, даже нигде жадный касс, ни планетарки никакой, а вот только на четвертой планете. А зачем здесь планетарки, никто не знает про эти ССшки, лучше мулов накидать на халяву. По лимиту в минусе. Так,
прочих кассов, они тут четвертую базу. Скандут, здесь викингов больше. Изи можно полететь, убить просто викингов оппонента. И все будет нормально. Здесь две атаки, все, перестал дальше делать грейды. Четырнадцать танков у Диорда. Идет он вперед. Отгоняет касса сейчас. Позицию занял хорошую. Сейчас вот если как-то грамотно наломиться, еще и продавить можно попытаться. Правда, по планетарку лезть я смысла не вижу. Можно было вот сверху зайти сюда, а отсюда уже пытаться прессовать вот это направление между четвертой и третьей. Танки друг друга не прикрывают, не считают. 132-141, атакуют друг друга КАС и Диорд. Здесь две атаки у танка у КАСа на танках плюс один всего лишь. Передроп на хайграунд пошел, четвертая погибнет база явно. Здесь вот криво дропнулся танк, забирает, молодец, успел увести. Но он ведь не знает, что вот здесь-то он еще две базы. А здесь КАС в размен идет целенаправленно, сейчас врывается на третью. Третья, конечно же, минус будет. Абсолютно очевидно, ЦЦшка. Три атаки, потому что тут вообще с невероятной скоростью падает и ЦЦшка, и все здесь падает с невероятной скоростью. Заходит КАС на отлики наверх, КСМки все отдаются. Ну, хоть так, я не знаю. Как-то с горем пополам. ДГ, да, конечно, будет три, здесь все игры сразу, со старта будет три. Так, ждем следующую игру. Ну что, кассу надо больше некуда пока заходить, кроме как кассу. Люцифрон играл вчера на квалификации также. И Вортикс вчера играл на квалификацию и выиграл Хэппи за квоту. Запись на главной странице сейчас Гудгейма. Поэтому можете ее смотреть. Вот, сейчас я вам скину ее чуть позже. Там очень было вчера интересно. И Блайт уже играл. Так, Димага в третьем туре. DMC против Соула бьется. Стрэндж в третьем туре, Лестер в третьем туре. Блай, Мизу, так, Мизу. Револьвер с Фрозом в третьем туре уже, можно в четвертый выходить. Хэппи ждет победителя. Нитикса и Илюхи Красти Крабса. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Так, КАС запустил, а я в игре был. Это лол какой-то. Что это было-то? Я чуть не понял. Это была случайность. А я думаю, что-то жму Е, думаю, почему-то одного вижен. Потом смотрю, я же играю. Черт побери.
Так, вот DMC Soul бы посмотрел бы, ну. Уже в кассу пошел. Так, кстати, сейчас я покажу вам сеточку. Так, Virtus. А, Virtus Jade. Во втором туре, кстати, Jade это Вроц. И неплохой раньше Вроц, по-моему, был. Басер. Тут у Virtus, кстати, так я смотрю, сразу с первых туров уже достаточно напряженные такие оппоненты. И в четвертом Гунфу Банда тут уже высвечивается. Ну, Гунфу Банда это тоже немец, как и Showtime, с которым Virtus вчера играл. Игра получилась высочайшего уровня PvP. Было прикольно реально смотреть. Был бы блинк у Virtus, мне кажется, он выиграл бы, но и без блинка там было все неплохо. Сегодня как-то смотрели мы Старлигу, где играл тот же Хиро с Харрикейном, я не знаю, CJ, и как-то реально более унылый. Унылое PvP было. Даже видно, что уровень повыше даже, как будто бы был Showtime Virtus. Смерть на пороге. Смерть на пороге. Так, почему Рева не прошел, ведь он единственный игрок был. Дроид пытается касса риперами с тремя бараков прокси запрессовать. Ну что ж, у касса уже 4 марика. 2 рипера уже потерял, то есть касс уже отбился фактически. Пытаюсь я объяснять людям, что делать, как бы у многих еще не запускается до сих пор. Ну что, рипер добавляется 3 штуки. Будет врываться, что ли? Но если сюда будет врываться, то это сразу провал, потому что марики убьют сразу же. 2 гелиончика стоят на рампе. Так, марики каску отуходят. По марикам пошли. А, медивак есть. Можно полететь вперед, просто мариками убить вот здесь вот тирана, а гелионами отбиться, к примеру. Кас полетел всеми, а риперов-то здесь, ё-моё, здесь риперов сейчас много станет. Здесь продолжает масить риперов, кстати говоря, тиран. У касса 0 боевых юнитов на мейне. 0, ребята. Риперы в это время к кассу прилетают, танк строится. Нужно уводить КСМ-ки кассу, что-то он тупится сейчас, по-моему. Хотя бы КСМ-ками бы дрался, и топ хорошо бы было. Убивает при этом всем оппонента. Здесь медивак есть, но рипер это сами регенятся, это их не очень сильный бонус на самом деле. Вот здесь 13 риперов будет, танк сиже. Так, марики выходят. Минус танк, минус марики моментально. Ну, это печально. Тут один рипер, все, погиб, все живое. Единственное, что Кас может ЦЦ-шку сбрить, а
Оппонент КАС у СС-шку сбрить не может физически. То есть может КАС просто взять и улететь сейчас. Не знаю, зачем он рабочих строит, единственный момент. Так, СС-шка пытается улететь куда-то. КАС нужно законтролить. Да, гореть начинает. Проблема в том, что 13 риперов, которые скоро будут, они этих 3 гиллионов и 6 маликов развалят к чертям. Это в ничью может все сойти сейчас в итоге. Так, нужно увести кассу бы что-нибудь, то, что с воздуха стреляет, просто построить. Например, баншу одну. Все, как бы он победит сразу же. Здесь все депошки выбиваются. На второй базе тоже законтрил вроде как. ЦЦшка улетела. ЦЦшка горит вовсю, КАС не добил. Сейчас мулов кинет, вычинит ЦЦшку, кстати говоря, товарищ этот. Еще два рипера строит. Слушай, у него риперов-то в итоге будет. Блин, вот если эту ЦЦшку еще сейчас риперы прикроют, то вообще все хорошо станет. Какие-то игры странные. ЦЦшку, смотрите, посадил и не вычинивает. Ну, сейчас вот вычинит, возможно. Да, начал чинить. На последнюю секунду фактически начал чинить. Не понимаю, что пытается КАС сделать сейчас. Реально не понимаю. Делает старпорт. Старпорт минус практически. ЦЦшка сидит. Здесь ЦЦшка тоже села. Нужно поднимать все в итоге. Так, мулов КАС накидал. Ну а как он с риперами собирается браться? Просто физически не понимаю, как он КАС это делать собирается. Мариков передропают, мариков меньше, чем рипер. Ну вот, сложно сказать, что вообще КАС делает сейчас. Чуть ФП от КАСа. Наши КСМ атакованы. Вооружен и опасен. КСМ готов. База атакована. КСМ готов. Так, ну что, риперы против Гелиона Мариков дерутся. Гелиона КАС заводит. Риперы в хлам все разваливают. Еще минус КАС, что ли? Ну тут риперы все разрывают, конечно. Сейчас еще КАС проиграет эту игру. Обманул КАСа, что добывает. Ни хрена он не добывал в итоге. Проиграл КАС. Так, Блай в игре. Хэппи ждет.
Захожу в кассу. В кассу на решающую. Так, третья решающая. ТСМ готов. ТСМ готов. Пользователь Дэнс активировал премиум на ваш канал. Так, ребят, держите в курсе лагов. Я не знаю, стоп-старты делайте, обновляйте, что-нибудь делайте, потому что, ну, участие лагает, участие не лагает. С моей стороны проблем нет никаких. Вот, я пишу в конфу. Вот, надеюсь, там видит ледоколыч или кто-нибудь еще, потому что тут ничего не поделаешь. Ну что, 1-1. Да, ЦЦшка была, да, там, в прошлой игре. Вот, просто кассу ее нужно убить было. Так, КАС красный, оппонент его фиолетовый, опять же. Сейчас еще одна депошка будет. Минка строится, старпорт. Здесь тоже старпорт строится, здесь реактор строится. Ну, кстати, танк Марики можно выход сделать.
Циклон у кассы, вижу, медивак строится. Минка 6 мариков передров вполне возможно будет. Здесь с реактора марики строят танки, будет выход скорее всего. Да, пошел здесь выход с танком. У касса что происходит? У касса прилетела минка. Залп! Хороший залп, но рабочие-то живут после залпа минки. Вот в чем проблема. Скана нету. Здесь танк есть. Возвращается фиолетовый тиранчик домой. Он же Диорд. Никнейм его. Что, сканить не будет убивать минку? Полетел вперед. Нет, сканить будет. Вот она, минка. Сейчас КД пройдет и... Нужно сканить, не понимаю, что он ждет-то сейчас. Ух, сейчас минка жахнет опять. Минус 2 КСМ-ки. Так, и не просканил, еще и танком своим флешем забрил еще 2 КСМ-ки. Просто царь. Сам себе 18-30 парабам в итоге ситуация. Здесь викинг танк прогоняет. Здесь марики наверх заходят. Не достает здесь танк по касса марикам. Теперь достал, нужно улетать. У касса... Похоже, Марик сам сел за штурвал. Почему-то медивака, пилот, эта девушка чем-то занята была, непонятно. Или я не знаю, в чем дело. Медивак встал и на месте касса его, в общем-то, отдал сейчас. В итоге боевой лимит здесь выше гораздо у фиолетового. И здесь есть танки. У касса тоже, правда, два танка сейчас будет. Нужны медиваки обязательно, не викинги. Тридцать восемь по лимиту. Вроде как отбился кас горем пополам. Ну что, кас викингами контролит. Можно пытаться с медиваком сейчас выбивать танки оппоненту. Два залпа пошло. Хорошо, Кас тут на демедже отступает. Диорд. Кас стреляет, но не всегда получается доставать. Кас в наглую прям танком одним гонит сейчас. Достает, кстати говоря. Давайте сейчас Кас одним танком еще все убьет. Так, нужно немножко отлететь. Отлетает немножко назад. Мариков минусует. Викинг нужно. Викинга минуснуть. Здесь два викинга с хайграунда прилетают. Так, здесь еще один танк от фиолетового приезжает. 25-32 по боевому лимиту. Здесь марик очень много, викинги новые строятся. Так, сейчас Кас прогонит ребят в игре, потом попробую стоп-старт сделать, я не знаю. Правда, стоп-старт я сомневаюсь чем-то, потому что выходит Кас. Блин, тут танков очень много. Ну, Кас вроде как бы на муве все забревает, несмотря на то, что все в кучу, в общем, ГГВП пишет оппонент, его все-таки Кас выиграл. Выиграл 2-1.
Так, попробую сделать стоп-старт, но 2 минуты вам нужно будет ждать. Все, сейчас я делаю стоп-старт, через 2 минуты услышать, и потом поднимется, надеюсь, все.